Банки международные резервы за неделю увеличили... Каким ты предприниматель? Роман Абрамович купил лондонский футбольный... Такие были бабки, такие были гулянки. В клубах тусили все. Тогда не было никаких там сайтов знакомств, фейсбуков. Это были ночные клубы. И это было нереально круто. Сколько положительных эмоций этой девушке принесли. А? Трудно поверить, что все это происходило с нами каких-то 15 лет назад. Все тусили в Дягилево. Я ничего не решаю. Звоните Горобию. Горобий был номер один в своем деле. Все было создано Лешей. Алексей Горобий был гений. Он первый стал зарабатывать большие деньги в клубной индустрии. Да мы замутили, да. Любому шикарному действию нужен красивый финал. Люди в окружении. Их интересовал один вопрос, что это мы подожгли или нет. Он очень ранимо воспринимал такие подозрения, такие обвинения. Им было выгодно сгореть, застраховавшись. Не было застрахован. Некоторые там говорили, что ничего не было застраховано. Он все потерял, все, что было, и надо все заново начинать. А как? А уже времена-то другие пошли. Горобий своими проектами постоянно опережал время. А когда время наконец-то догнало его, он в него не сумел вписаться. Я не видел тело, но я видел фотографию тела. Но насколько я знаю, есть действительно люди, которые знают о том, что смерть имела место. Я не хочу в нее верить. Не хочу верить. И не буду.